детства у меня на подкорке живет больше фраз, но две вот особенно яркие, с которыми я в корне не согласна в своем взрослом состоянии. А это «планируя Бога, насмешишь», ну, какая-то такая фраза, напомните в комментариях, если я неправильно говорю. И вторая – это «любопытство, не порок, а большое свинство». Вот это я слышала миллион тысяч раз. Я с этими фразами не согласна в корне, особенно про любопытство. Это вообще, по-моему, движок жизни, любопытство. И надо совать свой нос везде, где тебе интересно. Не нарушая, конечно, никаких личных границ. Вот про планирование я до сих пор, у меня иногда какие-то планы забываются. Допустим, вот месячная поездка вот у нас прошла от начала до конца, как было запланировано, без всяких там больших изменений. В абсолютном восторге, когда у меня все сбывается, я говорю, блин, ничего себе. Мы запланировали еще в декабре, и вот. Кушай. Нет, так нельзя. Ты кидаешься и думаешь. Конечно, бывают какие-то обстоятельства, какие-то в разрушение планов, но в целом, как бы, если ты планируешь и на это работаешь, оно сбывается. В общем, в Америке я научилась планировать. Здесь все планируют свою жизнь, старость, с молодости. Все, в принципе, знают, что будет. Это какое-то такое, знаете, ощущение себя властным над своей жизнью, не ждя ни от кого никаких сюрпризов, ни повиновений, ничего, не в смысле инструкции, ничего. Просто ты знаешь, что тебе хочется, ты это планируешь, ты просто идешь, следуешь, работаешь, и оно сбывается. Помнишь такое детство? У нас Каролина уехала, поэтому мы теперь гуляем с Агатой. Мы с Агатой. Но сейчас мы нашли эти сережки березовые. Да, теперь отсюда не уйти. Так красиво, скажи, да? А вообще с собакой надо гулять 3 раза в день. Я это сейчас делаю. Отвыкла уже. Нагрелась машина. А у нас сегодня интересный день. Мы едем в другую школу балета смотреть на их отчетный летний концерт. Что, конечно же, очень интересно мне с точки зрения как родителя, который пытается дать ребенку лучшее из лучшего. И просто интересно посмотреть. И там очень хорошие учителя, то есть там прекрасная группа детей. И плюс ко всему прочему, наша одна знакомая будет выступать. Поэтому вообще дабл-дабл. Позитивный сегодня день. Задача выбрать фиолетовый с розовым. Нам пришли подделки из Черногории, которые они делали. Такая вообще милота, нереальная. Тоже такая симпатичная. Сегодня я одела свою школьную юбку почти. Когда я была в школе, я все время делала вот этот пробор. I love it. It's so bad. It's my big bad. Потому что я делаю.
Поняли, мы уже на балконе. И здесь пусто. Да, Катя, нам здесь веселее смотреть. Вау. Мы таки сделали то, что я планировала. Я пытаюсь здесь сделать маленькую книжку на 1, 2, 3, 4, 5 из фотографий. Столько народу, что реально тяжело. Тяжело. Но мы уже, честно говоря, выдыхаемся, да? Уже сил нет. She said hi to me and I was like, why? I don't know, and now I feel bad. Because you're a Sephora kid? No, I'm not a Sephora kid. I think we should go. Me too. Нина заболела корейским языком. Теперь она хочет его учить. И моя учительница сказала, что она должна сама выучить алфавит и разобраться в концепте, чтобы продолжать с ней класс. Сейчас я пойду вырезать ей карточки. Время ужина. Я делаю ризотто. На этот раз у меня нету подходящих овощей, которые мы обычно делаем. Аспарагус с грибами и такое. Поэтому я делаю что-то новое. Мне кажется, это должно быть вкусно. В каком-то ресторане я это пробовала. Вот это уже очень плохо. А
А вот это пока что вот хорошо. Ровно 6 горстей вот таких вот этого риса. 2. 3. Так, это все надо обвалять в масле. И дальше начинать заливать. Из-за защитного крема у меня все время телефонная камера мутная. Блин, я уже просто устала ее мыть. У меня все готово, осталось добавить жир к этому всему. Жир – это масло. Я очень люблю масло. И жир – это сыр. Сыр я тоже просто обожаю. И масло я добавляю, во-первых, хорошее. А во-вторых, на эту кастрюлю, наверное, столько. Немножко заболталась. Я? Это бедрышки, это хорошее мясо. You're welcome. Я вообще люблю, когда еще перца много, прям таким черным. Ну, не сегодня, потому что Агата будет есть. Я распечатала, что хотела. Не, тут твои буквы еще распечатались. А для книжечки. Сейчас покажу, какая была идея. Пока что Агата устраивает свой очередной бардак. Там с клеем на этот раз. Книжечка такая получилась. Осталось скрепить ее только. А здесь, собственно, где это все происходило, она сразу вспомнит. Она уже вспомнила. Здесь что она смотрит на одного ската. Здесь надо написать один. Здесь она смотрит на двух этих попугаев. Здесь надо два написать. Ну и вот она с тремя пингвинами. Если уж вы досмотрели почти до конца, то расскажу. В свое время меня удивила моя подруга, когда я только переехала лет 15 назад. Мы с ней разговаривали, и она мне сказала, что вот мы покупаем недвижимость в Канзасе, хотя мы в Калифорнии, да? Потому что, когда мои дети пойдут в колледж, эта недвижимость повзрослеет, подорожает, и я смогу вам оплатить колледж. А эту недвижимость мы покупаем в Техасе, на каких-то районах, потому что на нашу старость. Я слушала, я думаю, господи, боже мой, о чем ты думаешь? 2008 год, у меня с годами все рухнет, возможно. И вообще как бы смешно. Но тем не менее, у нее ее план по-прежнему в осуществлении. И мне просто крышесносно. Она говорит, вот сейчас она получит некую стипендию, потому что вот она делала это. С детства, ребята, она ее как будто бы, я не знаю, планировала, что ли. Они продадут дом, у нее будет полностью оплаченный колледж без стресса и лишней финансовой как бы, нагрузки в ее сейчасной ситуации. Это просто удивительно.